маленькой елочке холодно зимой. И из лесу елочку взяли мы домой. Столько на елочке пряников цветных, шишек вонючих и чё-то разводных. Я, честно, не знаю текст этой песни полностью. Так, нам осталось ей построить заднюю часть. Немножечко вот это вот платьюшко ей подкорректировать. Корону мы переделаем, чтобы она рогатой не была. Факел, я считаю, что нормально получился факел. Так, там еще книжка не очень получилась. И лицо. Лицо самое главное. Ты ей должен переделать лицо. Так, остатки я сейчас заберу. Мы все построим. Высаживай меня, давай. Пришвартуйся, пожалуйста, ближе к ней. Я начинаю. Давай. Давай быстренько. Да, но не в этой серии. Это еще почему не в этой серии? Ну, мы достроим эту статую, но не в этой серии. Ты че, лентяй, лентяйский, мы с тобой столько отдыхали, пора за работу, давай верни меня к статуе. Так, за работу-то пора, но не за статуйскую работу, за какую-то другую. А как ты хочешь застроить статую, если у нас с тобой даже меди нет? У меня вот 19 кусков осталось, все, больше нет ничего. Ты не добыл меди, да столько дней было, но у меня тоже чуть-чуть осталось. Думаешь, нам не хватит этого? Я медь не добывал, потому что я читал комментарии подписчиков. Давай, иди сюда за мной. Это подписчики же всегда какую-то умную фигню в комментариях пишут. Ты, кстати, читаешь комментарии подписчиков? Я всегда читаю, но там не видела никакой умной фигни. Все говорили, достойте уже статую, достройте статую. А ты на календарь когда последний раз смотрела? Вот прям сейчас смотрю. Ну, 12-12, 2020 год. И? Ну? Это значит то, что скоро как бы уже Новый год. Ты посмотри на себя, посмотри на меня. Ну, и чё, нормальные мы с тобой красивые. Ну так, вот именно, мы с тобой красивые, потому что мы с тобой, Катюха, в новогодних скинах. А вот это, а город-то наш некрасивый? Как бы город тоже надо сделать новогодним? Именно вот это подписчики и писали в комментариях. У нас же никакой новогодней фигни в городе даже нет с тобой. Вот мы балды с тобой, точно, у нас же в прошлом году уже с тобой и елка стояла, и каток был. Кстати, мы с тобой бассейн вот этот вот полностью заморозим, у нас будет как каток. Все, конечно, давай строить, давай украшать, так, а с чего украшать? Тортики. Да ты подожди со своими тортиками, тортики будут новогодние на ночи, вот это первое, что мы должны сделать в городе, чтобы у нас появилось новогоднее настроение. Что? Я тут не тупая, я тут сразу скажу, это елка. Ну вот, а то я уже начал сомневаться. Но для того, чтобы сделать елку, нам с тобой в первую очередь нужны хотя бы еловые бревна. А у нас только темный дуб остался, ну или хотя бы еловые саженцы. Чтобы сделать елку, а у нас с тобой кроме саженцев дуба нифига нет. Еловый лес отправляемся, елку домой на плечах тащим и сажаем ее где-то посередине нашего города. А статуя свободы в следующей серии. Это мы с тобой как лесники, что ли, настоящие будем? Так, давай, только у меня топора нет. У меня есть только лопата. Лопата сойдет? Для тебя сойдет. Так, все, лопату в зубы, фейерверки в ноги и полетела, давай. И так, давай. Только ты мне это покажи, где еловый лес-то находится, а то я не знаю. В противоположной стороне, сзади тебя! Так, все, меняем курс. Давненько мы с тобой здесь не бывали. Вроде как год назад последний раз. Опа, вот так. Мы сюда пришли только за одним. Идем, добываем еловые саженцы как можно больше. Так, она там, лиса что-то хомячит, другая лиса там спит здесь. И там третья лиса еще спит, короче. В этом лесу, как мы уже давным-давно все поняли, лис офигеть как много. Короче, я тебя прошу, не отвлекайся ни на что. Идем, добываем саженцы, добываем листву и валим домой, хорошо? Я все поняла, добываем листву, саженцы и уходим. Все нормально будет, не переживай. Только, пожалуйста, я еще раз тебя прошу, не отвлекайся. Вот чем быстрее мы с тобой саженцы добудем, тем быстрее мы с тобой потопаем домой. И, кстати, а у тебя есть железо? А, нет, у меня нет железа с тобой, к сожалению. Ну, потому что нам с тобой надо еще добыть вот это самое, как оно, листву, чтобы нашу елочку в городе сделать более объемную. Так, сейчас тогда подождем, пока эта листва упадет, и мы ее подберем. Слушай, а ты, кстати, знаешь, как делать большую елочку? То есть не такую обычную, а прям огромную, которая будет высотой в 50 метров. Я же вроде как сказал, не отвлекайся минуту назад. Ты когда отвлечься-то успела? Я не отвлекалась. С чего ты взял, что я отвлеклась, а? А как это назвать?
Нет, что это? Что, как это назвать? Это Василий, это вот Вика, там вот Аркадий. Что? Что тебе не нравится? Ты саженцы добыла? Да, что ты не ругайся, ну давай их заберем себе, а у нас всего лишь в городе две лисы и один какой-то белый Филиппа, ну давай заберем их, пожалуйста. Кать, ну вот ты честно, вот ты ненормальная или почему? Это не я, оно само! Как само? Стояла, и лисы сами к тебе прибежали и сами себя на поводок нацепили! А как вариант, а почему нет? Ну боялись-то, давай их заберем. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ну боялись-то, ну я тебя прошу, пожалуйста! Мы не будем никого забирать, у нас детей дома столько, что я даже имена всех наших детей не помню. Оставьте этих лис в спокое, иди мне ножницы скрафти. У нас очень мало лис дома и в принципе животных, ну пожалуйста, все, пойдемте с нами, пойдем. Кать, мы пришли сюда за елками, оставь, пожалуйста, лис в покое, я тебя прошу. Нет, ну что ты такой злой, ну давай заберем, давай поспорим. На что поспорим? Ну как поспорим, давай, короче, вот мы все построим, елку построим, каток построим, а потом вернемся за ними тогда, а? Слушай, а может мы сделаем немножко проще? Сейчас, подожди, вдруг я здесь найду железо, чтобы мы с тобой жили кусочек железа. Вот, нормально, сейчас ножницы скрафтим. Может мы после того, как отпразднуем Новый год, не лис новых притащим, а может просто нашу Елизавету и Николая за чеки мамбоним? А чё, мне кажется, они уже взрослые, пора вот это ребеночка заводить. Ты мне обещаешь, что мы это сделаем? Обещаю то, что мы с тобой за чики-бомбоним Елизавету и Николая. Прям обещаю, только, пожалуйста, отпусти ты этих бедных лис. Только если ты мне обещаешь, и мы реально это сделаем, тогда я их отпущу. Обещаю, все, давай, только после того, как отпразднуем Новый год. Давай, отпускай, пожалуйста. Все, хорошо, так ты все сделал, ты все добыл? Ну нет, я тебя жду, пока ты мне поможешь. Ну я... Давай, пока ты подобываешь, а я с лисами поиграю, а потом я их отпущу. Ладно. 16 еловых саженцев, 2,5 стака хвои и 2 папоротника. Ну, в принципе, все, мне кажется, этого нам хватит. Лис, отпускай, топаем домой. Ну, ты не передумал все-таки. Отпусти, пожалуйста, ради всего святого. Все, хорошо, я отпускаю, бегите. Бегите к своим друзьям на водопой, ловите рыбок и не скучайте по мне, я вернусь за вами, обещаю, вернусь. Ты еще 3 лис не отпустила, ты меня не обманешь. Все, отпускай, вот, все, сейчас отпустила, поводки собирай и потопали домой. У нас на самом деле есть отличное место для того, чтобы построить елку новую и каток. Это вот эта вот зона возле Старбакса, там очень пусто, нифига ничего нет, и мы как раз это все заполним, а? Как тебе идея? С одной стороны Starbucks, с другой стороны кладбище. Ну, мне кажется, лучшее место, чтобы проводить Новый год именно здесь. Ну а чё? А мы как бы подумали, а зачем нам сносить наш вот этот бассейн? Мы же каждый год как бы это все меняли местами, летом бассейн, а зимой там каток. Мы подумали, а нафига это все сносить, если мы просто здесь сможем построить елку? Поэтому держи, Катюха, половину моих саженцев и покажи мне самую огромную елку, которую ты только сможешь вырастить. Давай! Так это легкотня. Смотри, берем саженец и елки, ставим, например, вот здесь, костную муку и начинаем тыкать. И так оп-оп-оп. И сейчас она вот выросла. Смотри, какая, а? И вот это ты называешь большой елкой? Ну да, сейчас подожди, еще раз тыкну. А, но она больше не тыкается, все, это максимум. Так это фигня, а не елка. Сейчас я тебе покажу нормальную человеческую елку, которую надо выращивать в Майнкрафте. Только смотри, как она делается правильно. Ставим не один саженец, а 4 саженца, если ты вдруг не знала. Берем костную муку и начинаем пердохать. Раз, два, и вот! Вот это я понимаю, елка, не твоя фигня! Нифига себе она дылда! Погоди! И этому ты меня тоже в Майнкрафте не научил, а? Да кто ее знал, то, что ты даже елку нормальную делать не можешь? Вот, огромная, будет видно, наверное, даже со соседней деревни. Вот это я понимаю. Сейчас посмотри на свою елку и посмотри на мою елку. Но моя елка хотя бы более-менее пышная, а твоя какая-то облезлая. Ну так для этого я и попросил себя же скрафтить мне ножницы, потому что ты этого не сделала. Чтобы я сейчас сделал объемную елку, и тогда она будет просто красивая. Для этого я и взял подмостки, чтобы забираться вот туда наверх. Вот так.
А я тогда пойду яму копать для катка, чтобы мы с тобой там катались, ты постоянно падал и жопу себе отбивал, потому что ты не умеешь кататься, понял? Главное, не отвлекайся, я своим занимаюсь, а ты своим, ага? Ну и давай, посмотрим, кто из нас быстрее справится. Еще чуть-чуть и почти готово, готово, ты там где? Ты смотри, какую я крутотень построила, я долго все это сооружала, чертежи строила, я чертила, и уже наконец-то все получилось, отлично, смотри, это лучшая моя постройка в городе, а? Так ты просто коробку из одного блока сделала. Ну, подожди, я еще стекло поставила. Ну, неплохо как бы, я не говорю, что это плохо, это прикольно, выглядит как будто какая-то хоккейная клетка, как будто мы сюда будем заходить, каток Кати Крафт. Да, вход платный, между прочим, 100 рублей. Ага, а я сюда не могу заходить, да, получается? Плати деньги и заходи, катайся сколько хочешь. Ну тогда ты не имеешь права смотреть на мою ёлочку. Почему? Вот, я на неё смотрю прямо сейчас. Ну тогда ты не можешь к ней прикасаться. Могу, смотри. Ну тогда я также могу просто взять и зайти на твой каток бесплатно. Ладно, хорошо, тебе бесплатно, но наркоманам Петровичем платно. Ага, все, всем остальным тоже платно, и тебе платно. Ну, разве что за подписку могут все заходить бесплатно, да? Кстати, да, надо акцию такую сделать. Подпишись и заходи на мой каток бесплатно. Вот, подпишись, чтобы до конца зимы было 9 миллионов подписчиков, и тогда бесплатно заходи и катайся. Не, ну слушай, вот елку эту огромную, даже если пойти на кладбище, даже если в могилу какую-то лечь, даже оттуда будет вот это видно, вот эту елку огромную. Мне кажется, она намного больше, чем та, которую мы строили в предыдущем году, не? Она намного больше, конечно, теперь осталось это все украсить, украсить игрушки, там хлопушки, гирлянды. Это да, но есть одна проблема. У нас с тобой шерсти нет, чтобы это украшать. А, так это у нас овца есть. Одна. Какая овца? Наша. У нас есть овца? Одна розовая овца. Где? Ну там, в нашем загоне. Розовая? Одна. Кто? Овца. У нас? Отстань! Когда у нас овца-то появилась? Мы никогда с тобой ферму бесконечную чики-бамбони не делали. Ну не делали, но это не отменяет тот факт, что у нас с тобой есть овца. Ух ты ж моя овечка такая прекрасная, такая, да, это все, конечно, очень хорошо, но у нас настоящей овцы нет. То есть ты сейчас меня овцой назвал? Ну ты сама себя так назвала. А ты баран. А то есть я баран, а ты овца? Да. А то есть ты подтверждаешь, что ты овца? Я подтверждаю, что ты баран. А ты овца? Сам такой. То есть я с овцой встречаюсь? А я с бараном. Логично, кстати. Справедливо. Да я тебе говорю, у нас есть овца. Одна, розовая. Вон она стоит, ну. А когда она у нас появилась-то, а? Да не важно, когда она у нас появилась. Это факт того, что у нас есть овца. Вот она, вот. Ну ладно, отойди. Так, ага. Ну у нас есть одна розовая шерсть, а где нам еще штук 100 найти, чтобы елочку украсить? Ты реально баран. Ты зачем мою овцу кокнул, ты? А, ну да, ее же можно было просто постричь ножницами, которые у меня есть. Потом бы шерсть заново отросла, еще раз можно ее будет постричь. А я всегда про это забываю почему-то, Кать. Это же была моя овца, любимая, розовая, одна... Ты... Тебе хана. Так, подожди, подожди, ты шерсть мою забрала в первую очередь. Ну там нам тогда много овец надо, чтобы украшать нашу елочку, получается. Она же не будет голой вообще стоять, а? Новый год как бы на носу получается. Ты мне торчишь новую розовую овцу. У меня ничего не торчит, я тебе ничего не... Подожди, стой, стой, сейчас кокну, Сидрик, ты колотить. Так, нам тогда фермучики бомбони, значит, надо сделать, чтобы елочку украсить. Это мы с тобой сделаем, но ты мне должен овцу, понял? Я никогда ее не забуду. Она была моей самой любимой, и она была розовой. Хорошо, я тебе приведу обязательно розовую овцу, я тебе обещаю. Ну а пока у нас с тобой нет шерсти, чтобы сделать игрушки, которые будут висеть у нас на елочке, я тебе предлагаю сделать самый главный элемент, который должен присутствовать на каждой елочке. Знаешь какой?
Конечно знаю, это же звезда. А давай ее сделаем из красного чего-нибудь. Да ну нафиг из красного. Нет, подожди, сейчас я сделаю морские фонари. Они нам будут служить как вот эта гирлянда. Забирай 10 штук, еще там в сундуке тоже есть. А звезду тогда я предлагаю тебе сделать банально из золота. Тем более золота у нас с тобой всегда есть очень много. Нет. Че нет? Золото оставь, я еще буду туалетную бумагу делать для стральника. Нет. Ну давай сначала мы звезду построим, а потом ты будешь туалетную бумагу делать, ага. Израсходуешь золото просто так, а? Так, и в принципе давай еще вот так 5 и залезаем. Ты тут снизу будешь или со мной полезешь туда? Конечно, с тобой полезу. Кстати, мне тут еще небольшая идейка появилась. В Майнкрафте же теперь есть свечи, а свечи тоже можно использовать как игрушки, а? Вот ты башка, реально, я бы даже про свечи и не вспомнил бы, их же реально в Майнкрафт добавили. Так, посмотри, главное не разбейся и меня не столкни. Так, сейчас берем, перепрыгиваем туда аккуратно с разгона, давай. Смотри и учись. Так, залезай обратно, пожалуйста. Ща. Значит, канун Нового года в детском садике. Я пришла, как обычно. Вы знаете, в детском садике там помечают стульчики, столики, кружочками, звездочками. Вот у меня была звездочка. Я ему говорю: Слава, вот ты не должен садиться за мою звездочку, у тебя кружок. Но он такой: нет, я буду за твою звездочку садиться. Я говорю: хорошо, ладно. Все, значит, наступает время детских стишков на Новый год. Вот, я иду, выхожу, значит, такая говорю: смотри, Слава, ща, и учись, как на стишки Деду Морозу читать. Начинаю рассказывать там, значит. Села муха на варенье, вот и все стихотворение. И в этот момент просто Слава подбегает и кусает меня за руку прямо во время того, как я читала новогодний стишок. Вот как Слава так мог со мной поступить, а? Я вообще не понимаю, конечно. Ты меня слушаешь? Тебя мальчик в детском садике укусил? Да, за то, что он не захотел садиться на свой кружок, а сел на мою звездочку. У тебя мальчик на звездочку в детском садике сел? Ну, в смысле, на столике а там... А его и ничего потом не болело, ты на звездочку, она же острая. У меня рука болела от того, что Слава меня укусил. А у него ничего не болело, то, что он на звездочку сел? Да мне пофиг, болело у него что-то или нет. Да нормальная звезда получилась, красивая, чё ты? Ну, чё-то я не знаю. Ну, она как-то вообще на звезду не похожа. Да похоже она на звезду, все нормально, вон 5 этих вот углов. Вот, да. Вот знаешь, это когда в магазине покупаешь вот эту курицу-гриль, вот она выглядит как курица без головы, вот так в разрезе, цыпленок такой, не? Ну вот зачем ты сейчас это сказал? Теперь я вижу не звезду, а курицу, спасибо. Ну а как ты хочешь, чтобы я тебе в Майнкрафте звезду построил? Я тебе кто? Она квадратная вот такая получается. Зато мы с тобой будем самыми особенными. У нас на новогодней елке вместо звезды курица будет, а? В принципе, да. Никто не наряжал новогоднюю елку курицей без головы, вот. Нормально. Зато необычно.